сотрудников Бэмбер специально для вас. Дорогие друзья, спасибо, что сегодняшний вечер вы, конечно же, посетили наш уютный, я бы сказал, такой павильончик, в котором можно познакомиться, поговорить о том, о сём, выпить и покурить. И начинаем мы сегодняшнее выступление. У нас выступления, они такие коротенькие. У нас две песни сначала мы сыграем, потом опять будет презентация и еще две песни. В прошлый раз мы пели песни группы «Дюна», потому что мне удалось поработать 16 лет с Виктором Рыбиным и Наталья Синчукова, это мои лучшие друзья. То, что мы крестили детей, Витя крестил моего сына, я его сына. А сегодня мы поем песни другого нашего любимого исполнителя Сергея Шнурова. Помрем. Дело не в этом. На самом деле мы тоже курим, только сигары.
приходим сюда к вам покурить. А просто когда поешь, оказывается, надо попить водички. Следующая песня. А слышно, нет голоса? Нет? Да? Давайте, знаете, есть такая песня. Когда в армии служишь, в армии, когда мы служили, были такие конкурсы, песни патриотические. Я думаю, что эта песня патриотическая на самом деле. Послушаем патриотическую песню. Thank you.